Вот очень много сейчас ходит там слухов, инсинуаций, домыслов по поводу бункера, алтайского бункера. Как вы знаете, 30 мая странным образом на Алтае сгорела некая резиденция, которую злые языки обозвали дачей, алтайской дачей Путина. Ну, естественно, здесь возражений может быть очень много, но слишком скромно. Все-таки место, кто был на Алтае, понимает, что даже, может, даже немножко маложивописно. Но при этом все строения, они выполнены вот в этом тувинском определенном стиле, в котором выполнены, я не удивляю, не удивлюсь, что у них, возможно, даже один архитектор с дачей Шойгу, который на Рублевке, вот эти замкнутые крыши, похожи на эти тувинские там головные уборы традиционные. Но, тем не менее, все это, вот эта вся эклектика есть. Ну, сгорело как бы и сгорело. Но здесь началось. А потом даже Песков, на самом деле Песков немножко подпалил ситуацию. Если можно уже было просто откреститься и сказать, да не, все это ложь, поклеп, провокация, он сказал, что подобного объекта на балансе управделами президента нет. То есть он не опроверг и не подтвердил данную информацию, что еще породил больше еще слухов. И вот знаете, что самое интересное, да, появились уже действительно уже много фотографий, и сказали, что это резиденция «Газпрома», который строил для переговоров, встреч, отдыха высшего руководства «Газпрома». Ну, тоже пошла встречка, что ну, 4 миллиарда, в 4 миллиарда рублей обошлась только дорога, вроде в тупик, которая вела только вот, к нескольким объектам. И что очень странно для таких незначительных строений, такие колоссальные вложения, поскольку приходилось вырубать горную породу, прокладывая дорогу, и кроме этого тянуть высоковольтку, и называют, что 20 тысяч киловатт было подведено к объекту, который в принципе, там, не знаю, там в 100 раз меньше будет, может, в 1000 раз меньше, я не специалист по потоком будет все это потреблять. Но я еще раз говорю, что я считаю, что у Владимира Владимировича, и Владимир Владимирович имеет право на бункер. Он имеет право не на один бункер. Он имеет право в любой момент спуститься под землю, если вдруг он примет решение нанести удар по тотальному скоплению зла на планете. Естественно, все это полетит с разных сторон обратно, но это уже будет не столь важно. Ну, по крайней мере, для населения Российской Федерации, которое буквально там через несколько минут уже мало будет волноваться какими-то либо внешними факторами. Там, как заплатить кредит, на что купить еду, как, куда устроить ребенка, в какой сад, в школу, ну и миграционные проблемы. Все это снимется с этих больных голов. Ну, а самое главное, что Владимир Владимирович еще пожил, а не вместе с нами ушел в рай. Потому что, как уже было сказано Володиным, что не будет Путина, не будет России. А без нас Россия, без вас, Петь, Миш, Марин, Маш, она как-то проживет. Ну, смотрите, там уже 30 миллионов завезут с Африки, а это по прогнозам уже, прогноз на, по-моему, на 15 лет давали, что, в принципе, 30 миллионов это то, что будет уже как бы здесь по тем тенденциям, которые уже идут. Дальше там, ну, и скорее пятнашечка приедет.
Ну, про Китай я вообще молчу. Они, в принципе, спокойно, как говорится, займут наше место, ничего страшного, до Уральских гор. Там 60-100 миллионов приедет, и будет вот она. Крепко, неделимо, нерушимая Россия. Там могут ее по-разному там называть, в зависимости от региона. Там на Новороссия, Роскосия, Черноросия. В общем, таких эпитетов будет масса. Но самое главное, что называется Россией. Владимир Владимирович и дальше будет руководить этой великой страной и вести ее прямым курсом против ошалевшего, одурманенного желаниями нас поработить Запада. Так вот, по поводу всей этой алтайской истории, что это за объект. Вот эти фотографии, которые вы видели, да, и которые есть, их очень много. Как я еще раз повторюсь, это называется Алтайским подворьем, которое лежит на балансе Газпрома. Я наткнулся на одно замечательное, интереснейшее видео. Я еще раз подчеркну, мы в своих эфирах пользуемся исключительно проверенной информацией, причем, более того, официальной информацией из официальных источников. Видео, наверное, уже лет 12, то есть, я думаю, в 10-м, может, 12-м году это видео появилось. Это видео из сюжета на канале ТВ-3. ТВ-3 уже на тот момент принадлежал «Газпром Медиа». То есть это прям официальнейший источник. Вот давайте послушаем. За несколько месяцев среди непролазных лесов появились дороги и линии электропередач. Основные же работы, по словам наблюдателей, проводятся под землей. Речь идет о возведении гигантского бункера, места в котором уже раскуплены. Чего боятся будущие обитатели подземного города и почему решили спасаться на Алтае, выяснял Алексей Мрачев. О том, что в Алтайских горах появится целый город, жители деревни Аюла заговорили в прошлом году. Здесь неожиданно стали прокладывать дороги и возводить линию электропередач. Вон там вот, не знаю зачем, 20 тысяч вольт провода подвели. Эти кадры сняты на камеру сотового телефона. По некоторым данным, так выглядит один из объектов будущего города. На поверхности всего несколько зданий. Остальные постройки спрятаны под землей. Вон и сам бункер. Вентиляция. Дмитрий Такашев всю жизнь прожил в поселке Аюла. Мужчина уверен, комплекс на берегу реки лишь часть будущего спасительного мегаполиса. По словам мужчины, основные объекты сейчас возводят выше в горах, на месте старой деревни, которую недавно расселили. Купили много земли для постройки нового ковчега. А вот жители, ну, которые жили, их они не обидели. Все, ну, все нормально сделали, как положено. Примечательно, что строительством занимается компания под безликим названием «Спецстрой». Только на Алтае таких фирм зарегистрировано с десяток. Но ни реквизитов, ни почтового адреса представители компании-застройщика не сообщают. При этом информацию о крупном проекте предприниматели подтверждают, но без подробностей. Возводится достаточно такая крупная инфраструктура, то есть жилые массивы, поликлиники, то есть детские сады. И как бы достаточно такая обширная, закрытая, полностью обеспеченная инфраструктура. Но почему для спасения от глобальной катастрофы был выбран отдаленный район Сибири? Ответ, похоже, нужно искать в трудах художника и знаменитого исследователя Николая Рериха. Почти 100 лет назад мыслитель предсказал возможный конец света и указал место, где можно будет спастись – Горный Алтай. То есть, как странно, да? В начале 10-х годов, я думаю, год 12-й, на канале, ну, может быть, редакция оплошала, который принадлежал «Газпрому», вдруг показали некий вход, вот этот домик, вход в таинственный бункер, подземный город, как они сказали, в которые вкладываются миллиарды какими-то безличными компаниями, которые под одной, под одним названием спецстроя. Как так вот так спалить? И вот это именно этот домик как раз
и сгорел, показанный в те годы, как раз и сгорел 30 мая. Ну, вот тогда, естественно, ни один журналист, почему это все было овеяно спокойно мифом, слухом, все, что возникало по поводу бункера, это никто даже в своей голове не мог связать то, что речь идет о возможном укрытии наших первых лиц от ответного ядерного удара, ну, или неответного, или, как говорится, упреждающего ядерного удара.